Наши склоны, предназначенные только для катания на лыжах или на бордах, ни на чем другом больше кататься на них категорически запрещено. Разбился, нет? Откуда вы приехали? Из Челябинска. На соревнования? Да. И что, вы катаетесь на сноубордах? Да. Ага. То есть у вас уже закончились, да, соревнования? Закончились. Так как, без происшествий или были травмы? Нет, были, конечно, травмы. Трассу упрощали. То есть бугры в половину срезали, да? Да. Сделали меньше. И что-то с девочкой случилось? Она упала с головы вниз, у нее шлем раскололся, да? Она зацепилась, просто неаккуратно съехала. Ага, ага. Перевернулась и ударилась. Да. От души. Но она живая, не это... Да, живая. Слава Богу. Да. А еще какое-то было, да, происшествие? Ну, мальчика? Да, на наших глазах прям мальчик. Где, на каком? Где, на каком месте? Вы убрали этот трамплин, он... Ага, то есть между средним спуском, да? Да. И что с ним? Пострадал позвоночник? Да. Сломался 5-6 позвонок. Так он парализованный или двигается? Никто ничего не сообщает. Увезли, нет. Да? Просто увезли, на наших глазах просто все случилось. Вчера в телевизоре показывали, ну про девчонку. Про девчонку? Которая на ледянке убилась на смерть. Они, видать, не знают. Про вот эти соревнования, мне кажется, не знаю. Надо же. Или такой спортивный комплекс, что теперь функционеры стремятся проводить в Красноярске многие этапы Кубка России и даже чемпионат страны. И по горным лыжам, и по сноуборду. Более того, к запланированным в марте стартам по сноуборду, универсиаде и чемпионату России сноупарк реконструировали в зигзагообразную трассу для сноуборд-кросса шириной 110 метров и протяженностью 650 метров со средней высотой препятствий 3 метра. Трамплины, волны, контур уклона и трапеции – все как полагается.